В ассортименте свыше сотни наименований, в том числе больше десятка детских. Все материалы для внутренней набивки матрасов натуральные и абсолютно безвредные. У нас есть стандартный процесс, да, туда набивается там, ну, по каталогу. Ну, кокос, латекс, меморикс, конский волос, да, халкон, холофайбер, в зависимости от модели. Но мы работаем и индивидуально на клиента. Если клиент хочет изменения в матрасе, мы готовы их делать. Предприятие молодое, ему всего 6 лет, но уже успешное. Знак качества «Сделано на Дону» получен в прошлом году и вот продлен на 3 следующих. Надеемся на то, что вот тот рынок, который вы освоили в настоящее время, он будет все расширяться и расширяться. Спасибо. Пятый год в Ростовской области функционирует система добровольной сертификации «Сделано на Дону». В настоящее время 50 предприятий являются держателями сертификатов. Из них у нас 17 предприятий именно производителей промышленного вида продукции. Чтобы создать мягкий и удобный матрас, необходим жесткий металл. В месяц предприятие перерабатывает 70 тонн железа для производства пружин и рам жесткости. Начинается все с мотка проволоки весом почти в тонну. Бобина крутится, подает материал в специальный станок, а на выходе появляются готовые пружины. Следующий этап – к собранному блоку прикрепляют окантовочную рамку. Качество сборки матрасов отслеживается на каждом этапе. Например, у сборщиков и окантовщиков есть личная подпись, вот такая печать. Она ставится на каждое изделие. И в случае, если изделие не соответствует стандартам, оно снимается и легко распознается, кто ответственный за эту работу. В этом году запущена новая линейка матрасов. Для этого закупили 3 станка, расширили коллектив. Поставлена на поток новая премиальная серия «Велес Кинг». Отличительная черта королевских лож – высота 45 сантиметров. Срок службы такого матраса – больше 20 лет. Используется сразу два вида пружинных блоков. PS500 – 256 пружин, как основа идет. Сверху идет PS1000 – это 500 пружин на квадратный метр. И дальше идут слои наполнителей. Все это собрано воедино. Предприятие планирует выйти на крупные торговые точки. Фирменные мебельные магазины требуют выполнения определенных условий. Например, матрасы должны быть в скрученном виде для удобства перевозки. И руководство фабрики работает над закупкой аппаратов для скручивания и упаковки. Сергей Мирошниченко, Николай Андрианов, Дон-24, Аксайский район.